Казалось бы, обычный день, но только не для наших ребят. Для них это ознаменование еще не официального, но конца учебного года. Больше никаких ранних подъемов, сборов в школу, уроков. Но впереди экзамены, о которых им нельзя забывать. В Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1 проходит торжественное событие. Две параллели 11 классов и 5 параллелей 9 выпускались в новую жизнь. Зашедший последний день в родном дворе школы. Диан, ты в 9 классе, у тебя сегодня последний звонок. Я тебя поздравляю, расскажи, как тут все проходит? Проходит все очень интересно. У нас вся параллель плакала, потому что это очень трогательно. Мы очень хорошо подружились. Но особенно трогательно было выпускной 11 классов. Ведь это ребята уходят уже полностью из нашей школы. Я, однако, еще иду в 10 класс, у меня еще 2 года в данной школе. Как ты думаешь, в наше время такая традиция, как последний звонок, еще актуальна? Мне кажется, что да, потому что тут собирается вся параллель, а сейчас очень дружные ребята, и вся параллель между собой общается, и это повод провести время вместе. Несмотря на невыносимую жару, наши ребята стояли на улице и радовались новому этапу жизни. И если для 9 классов есть возможность дальнейшего обучения в школе, то для 11 этот день запомнится надолго, поскольку больше учениками они к нам уже не вернутся. Настя, у тебя очень красиво прошел последний звонок. Расскажи, как вы готовились? Значит, мы отпрашивались с уроков, ставили танцы, репетировали. Прямо на уроках учителя нам уже, ну, то есть понимаешь, что мы выпускаемся, учителя уже допускали тот момент, чтобы мы репетировали на уроках, как бы разрешали нам. Вот, мы, наша одноклассница поставила нам флешмоб, вальс нам ставил профессиональный хореограф. Ты уже закончила школу, отгремел последний звонок. Какие у тебя ощущения? Вообще, на самом деле, очень-очень смешанные достаточно чувства, потому что так быстро прошло 11 лет. Это вообще непередаваемые какие-то эмоции, ощущения. Очень двоякое. Вроде уже это как бы второй дом, и с которого надо из родного гнезда нужно уходить. Важные гости не только родители, но и заслуженные учителя, классные руководители, а также заместитель премьер-министра Республики Башкортостан и глава администрации Советского района. И все эти люди говорили приятные, добрые сердцу слова нашим выпускникам, от которых даже я опустила слезу. Вот и все. Отгремел последний звонок. Пролито много слез. Выпустились 57 учеников 11 классов и 120 учеников 9. Многие из них пообещали вернуться к нам в школу не как просто ученики, выпускники, но, возможно, даже как и учителя. Мы будем помнить их всегда. Стены нашей гимназии всегда будут рады их видеть. Анна Асадова, Нурлан Хайзи, специально для Горы новостей.